дружите с Виктором Пелевиным, и вы писали, что он больше, чем просто писатель, он пророк современности. Вот что выкладывается в это понятие? Слушайте, ну, перечитывайте «Снаф». Стопроцентная какая-то пророческая книга с нереальной какой-то точностью, указывающей на какие-то события, да. А как вообще вы относитесь вот к пелевинской литературе? Что... Это, конечно же, не беллетристика, это исследование сознания во времени, конечно же. Вот это самые как бы продвинутые писатели, это, с моей точки зрения, там Пелевин, Сорокин, да, в какой-то степени Лимонов. А это исследование сознания, то, как оно разворачивается во времени живет. И это не литература, это гораздо больше. Я читала, что для вас «Эмпайр Ви» это не самое лучшее произведение Виктора Пелевина. Почему? Ну, потому что я фанат «Снафа» и «Айфака», у него же какими-то сериями идут. Я вообще все люблю у него, конечно, да. Но мне больше «Снаф» и «Айфак» больше нравится.